Сгоревшая мебель, обгоревшие окна с расплавленными рамами и выбитыми стеклами, эмоции очевидцев и самих пострадавших от происшествия – вот результат неаккуратного обращения с огнем. В трехкомнатной квартире номер 52 в обычном доме на улице Новоселов, 29, полностью выгорела гостиная и кухня, не обошел пожар и коридор. 5 пожарных машин в составе 15 огнеборцев справились с огнем. Вера Паршкова, бабушка двоих детей, один из которых и устроил пожар, разведя костер на диване, прокомментировала ситуацию. Непредвиденный случай, нам пришлось оставить детей одних. Вот. И вот, а младшенький, он, у него, так сказать, была склонность к этому делу, костерик разжигать. Огнем очень увлекался. Я уж у него шутка говорю: Жень, ты что, пожарником, что ли, собираешься быть? Дети находились дома одни совсем недолго, но огонь успел быстро разойтись по квартире. В результате, по словам очевидцев, 2 мальчика 7 и 8 лет перебрались на кухню, высунулись в окно и звали на помощь. Соседи сразу же позвонили в службу спасения. Первая подъехала машина скорой помощи. И хотя соседи просили мальчиков прыгнуть вниз с 4-го этажа, растянув перед ними одеяло, водитель скорой помощи запретил им это делать и сам отправился спасать детей, ломом вскрыв входную дверь. Он ему говорит: ни в коем случае не прыгать, не прыгать. Он прям бежал в подъезд. Вот. И как первый, да, это вынес первый, я даже не видел. Смотрю, уже второго выносит. Прям моментально он все это. 2, так сказать, сотрудника скорой помощи, еще раз хочу отметить их. Это Макаров Виталий Николаевич и Сергей Юрьевич, не раз терялись, взяли детей и вывели из этой квартиры, где и оказали им дальнейшую помощь. И здесь же приступили к тушению пожарные подразделения. Поэтому хотелось бы этот случай довести, так сказать, до всего населения и до всех медицинских работников, которые в целом не остаются равнодушными, хотя в обязанностях этого у них нет. В результате оба мальчика, спасенные из огня, обошлись без травм и ожогов. Однако все же были госпитализированы и сейчас находятся в ОКБ в Конищево вместе с мамой. Их бабушка в день пожара пережила сильнейший шок. Ей также была оказана медицинская помощь, поскольку у нее сильно подскочило давление. Сейчас она чувствует себя хорошо и просит помочь рязанцев в их трудной ситуации. Сами местные жители не оставляют без внимания погорельцев. В семье помогают всем миром. После пожара в квартире уже установили новую дверь, которая была взломана для того, чтобы вытащить детей из огня. Ну, морально, материально вещи принесли. Тут деньги собирала женщина. Еще раз хотим напомнить вам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Кроме того, просьба: не оставляйте маленьких детей без присмотра.